Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы на моем канале увидите Huawei MediaPad M6 Turbo Edition синего цвета. Так, ну что, давайте посмотрим на планшет изблизи. Шторка уведомлений у нас, значит, вот так вот выглядит. Что хочу сказать. Play Market у него есть. Google Chrome установлен даже. Все есть. Ну, в общем, под разными углами он меняет цвет. И плюс еще под освещение. Вот я на солнце, когда снимал, он по-другому. Цвет у него был. Так как-то темнее он стал. Ну, на самом деле он другой. Не знаю, ребят. В общем, на самом деле, он как бы вот сейчас похоже, но нет, он прям темнее и красивее, как бы. Вживую он лучше. Камера что-то, видать, потому что он блестящий. Не передай. Сейчас я его в чехол. Покажу, как будет в чехле выглядеть еще. Чехол, кстати, вот с бортиками с этими стоил он что-то 300 с чем-то рублей, 320, по-моему. Ну, да, нет, сел хорошо прям. Нет, сел отлично, плотно, только задом наперед. Ну, как он сел? Ну, он сел нормально, дырки так вот, ну, не прям не идеально. Ну, главное защита, правильно? Чехол тут уж... И, конечно, он потерял весь статусный вид, конечно, так это. Но зато да, конечно, с чехольчиком по увереннее он в руках, конечно, сидит. Тут вот у него бортики, как вы видите, вот по углам. Ну, чтобы, если упадет, то чтобы вот... Вот они. Ну, дырочки все как бы совпало, вот видите, да, все как бы совпало. Под турбо кнопочку есть вот у него тут вот вырез. Ну, с чехлом, да, подешевее, да, подешевел он, так сразу вид не тот. Но, ребят, думайте о практичности, конечно. Вот с Mi Max, вот они. Конечно, он побольше, что говорить, побольше. Но не критично, ну, блин. Я вот здесь вот ставил. Вот так вот я ставил Mi Max и вот эту вот картонку, вот которую я вырезал. Настолько я его ждал, настолько я его это, да, вырезал, смотрите. Ну что, друзья, момент истины. Я сейчас ввел пароль Wi-Fi. Пробуем Play Market. Отлично. Так, прокрутка. Так, а почему прокрутка мне опять не нравится? Хотя, что-то... Ну, ребят, ну вот вы хочешь сказать, что вот это прям шустро. Смотрите. Вы мне будете опять доказывать, что не так, что ли? Ну что, ну смотрите. Здесь просто вы даже не увидите, летает. Ну, а здесь? Скорость та же самая. Я так же пальцем, смотрите. Ну и где? Ну что за прокрутка? Почему такая скорость? Опять вы мне будете сказать, что я наврал. Вот вам еще, смотрите, пожалуйста. Вот для полной уверенности. Смотрите. Смотрите, прогрузило сейчас. Смотрите, я просто вот пальцем. Вот, смотрите, что происходит. Смотрите здесь. Делают то же самое, вот. Ну что? И кто не прав? Че вы там мне пишете, блядь, обсираете, все прочее, там, дизлайками? Че вам? Вот, Mi Max, процессор в 3 раза слабее. Почему тут вон что? Летает. Почему здесь вот не летает? Не то, что не летает, почему ползает? Вот, ну че это? Ну вот за что хочу похвалить, ребят, однозначно. Это то, что все-таки... Цвета мне нравятся больше здесь. Хотя сейчас вы, наверное, видите, что здесь они как бы тускнее. Смотрите. То есть тут больше чуть половины. Здесь ровно половина. Но как бы смысла нет. Не знаю, как камера передает. Здесь в синеву уходит. И такие они как немножко... Здесь прям такой белый. Он реально белый. И красный немножко, как бы, знаете, как амоледовский такой, покраснее. Вот, не знаю, будет вам видно разницу. Нет, сейчас абсолютно одинаковые две картинки. Тут красный прям покраснее и белый, как листочек бумаги, как бы получше, покрасивее.
авторизироваться получилось, сообщения читаются, все отлично. С этим проблем нет, как в прошлом было. Ладно, сейчас запускаем одновременно и смотрим, как показывает один и другой. Этот быстрее, да? Так, что еще давайте проверим. Наличие HDR10. Производитель указывает, что он поддерживает HDR10. Вот этот ролик точно знаю на 100%, что поддерживает HDR10. Смотрим, заходим. Так, Full HD есть. Есть. 1400 HDR есть. Ну, что хочу сказать. Я очень хорошо знаю, смотрел этот ролик на Samsung Tab S6. Ну да. HDR работает, да. Отлично, просто отлично. Вот этот я ничего. Вот если планшет хороший, я не буду говорить, что он плохой. Вот на том просто было все ужасно. Здесь пиксели не видать, ничего не... Ой, как четко, ребята. Нет, вот здесь просто 10 из 10. Вот здесь я не спорю. Вот здесь я... Тот был хуже. Не знаю, по какой причине, потому что, видимо, не было вот этой вот регистрации у меня официальной. Но здесь да. Ну что ты? О-о-о-о-о. Да, круто. Nice. Не знаю, передаст сейчас камера или нет, но вот что хочу вам показать. Смотрите, вот вы мне все говорили. Я говорил, что качество изображения плохое на планшете. Вот обратите внимание на лицо. Вот, все черты лица, все видать. Вот, обратите внимание, как на вот этом, на Mi Max, лицо четко все видно. И здесь просто как блин, как фонарь, блядь, пересвеченный и все. Вот вам и пожалуйста, вы мне говорили, все спорили, что ты выдумываешь. Вот, здесь все четко, а здесь просто вот, все пересвечено. И так весь ролик. Здесь просто вообще говно. По сравнению вот даже с Mi Max здесь все вот отлично. А здесь все как блин, блядь. Белый. Ну что, давайте немножко все-таки покажу, наверное, я вам хотя бы вот эти вот настройки. Сейчас вот я поставил русский язык. Отлично все работает. Ну, здесь, в общем, это у нас батарея показывает. Я так просто пробегусь. Здесь, значит, память, цифровой баланс, безопасность. Там, если что, паузу поставить, тогда уже посмотрите. Я не буду сейчас тут ничего это все озвучивать. В общем, вот такие вот дела. Обновление 6 октября. То есть, он, система безопасности. Так. Вот это Google. Вот все, есть Google. Сейчас я вот свой аккаунт поставил. Все работает. Здесь работает отлично. Ну, планшет, кстати, включился сам. То есть у меня не было там настройки какой-то или что-то, вы видели, да? Получается, что все-таки, значит, он, вот этот продавец, уже все сделал. Так, вот о планшете. Что у нас, значит, мы видим? Вот, MediaPad M6. Только, кстати, странно, что не пишут, да, что Turbo Edition. А, хотя вот это означает V10. Потому что тот был V9. То есть как бы это вот получается... А, вот Turbo. GPU Turbo. А, ну это номер. GPU Turbo. Версия 9, Android 9, Kirin 960. Ну, в общем, вот такая вот информация. Вот, доступна памяти 115 гигабайт из 128. То есть все остальное у нас чем-то занято. В общем, вот так. Ну, по менюшке нормально, но вот все. Ну, работает шустро, ребят. И анимация красивая. Ну, что могу сказать? Шустро? Шустро хорошо, отлично работает. В принципе. Вот прокрутка только что-то не нравится. И пропробую свою еще прогу установить. Не знаю пока. В принципе, так вот. Ну, вроде ничего. Ну-ка, вот сейчас запуск. Ну, пойдет. Нормально. Ничего, шустренько. Ладно. Будем надеяться, что не разочарует. Ну что, ребят, по первым впечатлениям хочу сказать. Пока очень доволен. В руках сидит вообще отлично вот с этим. Но мне этот... Продавец козел мне пообещал стеклышко дать бесплатно, что я тебе говорю, я тебе прорекламирую, покажу твою ссылку. Вот хрен ему, а не ссылку, я не оставлю ему. Потому что стеклышко пообещал и не положу. А это я сам купил уже чехол. Сейчас распакуем еще магнитную зарядочку, я к нему купил. Очень удобная, полезная вещь. Ой, ну классно, ребят, в руках прям монтировать, да? Вот тут достаю я все. Вот на том, почему продал я Galaxy Tab S6. Мощный, крутой планшет. AMOLED вообще отлично. Кстати, здесь меня удивило, ребят. Вот сейчас уже просто поговорим, да, как вот мое мнение вот вам
очень понравился AMOLED. Ну, AMOLED, не IPS. Такой хороший IPS. Я думал, что на Mi Max идеальный IPS. Нихера. Вот здесь он просто красный, краснее. Все остальные цвета тоже такие более насыщенные. А когда HDR, это вообще без разговоров. Включайте HDR10, картинка прям такая, чик, резко. Прям света добавляет столько. И главное, знаете, хорошего, качественного, красивого цвета. Не простого какого-то там вот этого, дешевого. А прям хорошего, качественного цвета добавляет. Яркость вот этой, сочности такой всей. Немножко бортики-то торчат, но вот как стеклышко, вот козел, а. Вот стеклышко бы как раз сейчас в идеале было бы. Как сейчас я буду носить без стеклышка? Не знаю. Опасно, жалко. Но пришлось его продать из-за того, что вот он был большеват. Идеальный планшет. Вот для кого не важно монтаж, он, конечно, будет лучше, чем этот. Больше экран, интереснее, фильмы удобнее смотреть. Все-таки, но там были минусы. Там были минусы какие? Вот кто сейчас перед выбором стоит, что покупать? Ну, неважно, вот этот вы купите, или, допустим, если вы выбираете между Galaxy Tab S6 и вот этой же версией, только большой, да? Ну, не Turbo Edition, понятно, ее нет. Ну, вообще, в принципе, большой версии. То я даже не знаю, конечно, Tab S6 будет намного лучше. Но в чем-то он будет хуже. Хуже он будет, вот, хотя вот Super AMOLED, конечно, там ярче, все как бы сочнее и лучше, но он даже с перебором, я считаю. На большом экране Super AMOLED, ну, может, кому-то на любителя, но мне поспокойнее вот здесь, в 100 раз лучше больше понравилось. Вот прямо в 100 раз лучше понравилось, чем Super AMOLED вот этот дурацкий. Вот, хотя на телефонах Super AMOLED не нравится, а на планшете вот он мне не понравился. Прямо вот, вот его вот так смотреть тем более надо. Вот так вот, то есть уже глаза вообще разбегаются. И болели глаза, кстати. Тут точно не будет, потому что вот тут у меня глаза не болят на Mi Max. Ну, вот IPS. А с AMOLED, они уставали, конечно, глаза. И какой еще минус, я хочу сказать, там. Вот все-таки желе вот это вот. Когда вы по экрану вот это вот, значит, ведете. Допустим, вот у вас там будет какой-нибудь, ну, неважно, да, вот YouTube. Вот, YouTube. И вы, когда будете вести вот ленту, вот так вот, то у вас она быстро, не как здесь, она там прям шустрая, хорошо, да, вот здесь я не знаю, почему такая, она тупо, ну, нет, медленная, все равно медленная. Но там, знаете, какая проблема, вы так вот текст ведете, вот, к примеру, текст, вот вы текст ведете, здесь все отлично, а там бы вы текст вели, там, короче, вот в этом краю, он как будто вот так вот, как желе вот так, вот так вот, вы вот так вот делаете, а вот эта часть отстает, и она как вот, вроде раз, потом, и догоняет, то есть как плавает, вот как, он как плавает, ну не критично, это только вот в прокрутке вот, допустим, это, ну, любого сайта, YouTube, неважно, хоть даже в настройках, вот это желе, вот экран, как, знаете, вот это, мне немножко расстроило, хотя это не критично, для кого-то, кто-то, может, даже не заметит, это уж если придираться, вот я бы не знал бы, вот на форуме не прочитал бы про эту проблему, я, может, бы и не заметил бы, вот серьезно. А когда уже вот начал акцентировать на этом, стало раздражать. Но это не повлияло. Повлияло то, что он был большой для меня. И фильмы неудобно смотреть. Вот так, главное, в такой позиции. Он с размером с телефон, разницы никакой. То есть, получается, да, вот он шире, потому что он как раз вот был, получается, вот. Вот на такой размер он был шире. Ровно. Он был вровь, вот этот ширину телефона. Вот. Но он, это, но для монтажа вот он не подходит. Фильмы смогут, а поворачиваешь уже вот так, когда, то он большой. Вот это я вот идеал. Вот сейчас я уже поюзал, потрогал, да я и тот, в принципе, размером-то одинаковый, с 4,64. Но это идеал. Хотя идеал, знаете, я бы даже еще 8 бы взял. Вот для монтажа идеально. Я покажу. Да, и сразу скажу, что стоил он 25 тысяч, но на таможне, то есть, как получается, мне, хотя вот указал он, но 2 тысячи пришлось еще доплатить. Здесь вот. То есть получается 25 плюс 7, 27 тысяч. Но это наши козлы уже 2 тысячи содрали. Так, по идее, вот он 25 стоит. Кстати, сейчас, по-моему, он подорожал на 1000. Сейчас 26 вроде как. Но я урвал еще за 25. Даже за 24 700. То есть как бы чехол просто еще. Ну, вот, поэтому 300 рублей, поэтому вот 25. Классно, блядь. Монтировать вообще, мне кажется, будет просто вот четко. Сейчас покажу, в чем прикол, почему мне пришлось продать Tab S6. Вот единственная проблема — монтаж. Ну а вот, собственно, почему пришлось поменять. Мало того, что здесь слабый процессор, 636 Snapdragon, в раза 4 слабее, чем здесь. Вот смотрите, он может 4К монтировать. Вот.
Здесь максимум, вот квай, вот это вот дело. То есть не может. Мало того, что он вообще вот этот квай еле-еле вообще пердит на нем, ни в какую не может его никак этот. Здесь 4К должен вообще отлично работать. Потом, конечно же, я все покажу и скажу. Ну что, ребят, очень важный для меня тест. Сейчас одновременно запущу программу и посмотрим, кто же быстрее загрузит, планшет или телефон. Поехали. Оп. Есть. Ну, конечно, конечно, здесь понятно. Даже еще круглый диск не включал. Ну и, собственно, вот сейчас покажу, почему мне пришлось продать Samsung и купить вот этот вот. Потому что в руках. Вот, просто потому что в руках. Вот, смотрите. Вот как я работаю, смотрите. Что для меня самое важное в монтаже? Вот. Взять вот этот хват и не перебегать. Вот это вот дело не делать. Потому что я везде монтирую, на ходу, везде. Вот, то есть хожу и постоянно монтирую. Вот. У меня доступ должен быть везде. Смотрите, я перекрываю. Вот, что добавить? Вот, я добавляю, все, смотрите. Так, вот теперь смотрите. К примеру, важная вещь у меня для монтажа. Я должен раз, вот резак. Вот, я не перехватываясь достаю до резака. То есть вот, видите, смотрите, вот мне надо здесь. Мне, к примеру, надо вот подрезать вот это дело. Я вот не перехватываясь, раз, раз. И мне вот, например, надо чуть-чуть вот подвинуть. Вот, я, смотрите, без проблем достаю. Я не перехватываясь это делаю. Вот. В принципе, впритык. Очень впритык, но хватает. На том планшете мне приходилось вот так делать. Пальцы приходилось вот так. Здесь нет. Мне хватает. Вот. Вот мой хват. Вот поэтому. Блин, ну вообще понравилось. В монтажке мне будет просто удобно. Удобства такие. Пока очень доволен, не знаю, боюсь разочароваться. Батарейка, смотрите, вообще ни на процент не упала. Кстати, тот тоже не нагрелся, он ничего. Я сейчас, хотя тут скачивал много чего, тут делал, юзал, прочее. Нет, батарейка. Ну и на том мне тоже, кстати, покорил батарейка. Вот Mi Max, батарейка неубиваемая. И вот на том, который вот до этого у меня был, вот 464, вот простой, в золотого цвета, который я продал. Батарейка была тоже, пока удивила, даже лучше, чем на Mi Max. Так она долго держала. И я здесь не знаю, здесь охлаждение лучше. Куча, конечно, еще будет всяких разных тестов, сравнений. Все это будет. Пишите, кстати, в комментарии, что бы вы хотели конкретно, чтобы я проверил. Блин, он даже внутри, как бархатом каким-то обшит. Ну что, быстренько давайте сейчас магнитную зарядку эту, штекерок распечатаем, попробуем, посмотрим. Я заказал в таком вот блестящем цвете, не знаю зачем. Вот он, магнитик. Вот он. Сейчас он, воткну я его в разъем. Ничего так серебряный, хорошо смотрится. Не сказать, что он сильно торчит, смотрите. Немножко, конечно, торчит. Ну что, давайте проверим. Работает. Вот пошла зарядка. Зарядился. Раз. Не зарядился. Давай еще. Все. Нет, очень удобно. Нормально, мне понравилось. Смотрите, здесь уже переходничок шел. Вот сейчас я воткнул свои наушники с простым 3,5 ну, джеком. И вот сюда вот я воткнул переходничок здесь, потому что Type-C получается. Работает, работает отлично, все хорошо, без проблем. Просто здесь я не буду вот этот момент выдергивать, а буду просто вот этот вот выдергивать. Вот, ну, то есть Type-C. И все. А хотя лучше, конечно, беспроводными завестись. Вот. А есть у меня вот такие вот. Samsung тоже из Китая заказывал. АКГ наушнички вот эти вот. Сейчас их попробуем, их еще пока не пробовал. Напрямую, то есть, да, тут без переходничков у них, они сразу Type-C. Так. Работает. Все работает. Ну что, в принципе, вот такой получился обзор, что хотел, уже показал, распаковку сделал, самое главное, обзор и так затянулся. Но от вас я жду комментариев, и пишите, что бы вы хотели, чтобы я конкретно проверил на этом планшете. То есть я, естественно, сделаю, прогоню его тест Antutu, вам все сделаю, покажу, сравнение с Mi Max сделаю, то есть на скорость работы. Сделаем также вместе их и в Antutu прогоним, в бенчмарках, то есть и на скорость работы, приложение позапускаем, по батарейке погоняем, проверим, опять же, с Mi Max. Но ваши пожелания я, конечно, учту. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я показал, может, что-то подробнее рассказал или что там. Ребят, все пишите, все прочитаю, все расскажу обязательно, все покажу. Пока вот такие первые впечатления. Будет еще много впереди хороших обзоров.
Спасибо всем за просмотр. Всем пока.